Тема. Накопитель энергии. Капаситор. Это аккумулятор корабля. Когда корабль в космосе, капаситор отображается внизу по центру. Он отображает запас энергии, которая расходуется активными модулями, варп-прыжками и может быть понижена инженерным оборудованием с корабля противника-агрессора. Система может быть стабильна. Это означает, что модули могут работать бесконечно. Или система может отображать время, когда закончится энергия, при включенных в данный момент активных модулях. По умолчанию в симуляции все активные модули включены. Однако такая ситуация встречается крайне редко, поэтому учитывайте этот факт и попереключайте модули, заранее представив боевую ситуацию и тактику, которую будете использовать. Скорость восстановления накопителя показывает, сколько энергии восстанавливается в секунду. Избыточное восстановление энергии может оказаться полезным при учете столкновений с противником, который специализируется на инженерной борьбе.